Всем здорово, чуваки! С вами Варпач, Алекс Фокс, Exile и Фрэш, и сегодня мы будем играть в CSGO Маньячка! Чё кого, бро? Есть, всем привет! На первый взгляд эта комната может показаться обычной, но на второй взгляд это кликбейтная комната. Посмотрите, здесь есть стрелочки, спиннеры, я не знаю, письки. Ну все как вы и мы любим. И арбузы есть, короче, все. Все есть абсолютно, да, и Санька Фокс здесь тоже есть. Не забывайте прямо сейчас что-нибудь вкусненькое взять покушать. Желаю вам приятного аппетита. Ну, а вам еще также приятного просмотра, чуваки. Погнали! Не будем молчать. О нас и так все слышали. Не будем скромничать. Честность и надежность – наши козыри. Мы реально подняли открытие кейсов на новый уровень. Инвентарь ботов более чем на 1 миллион рублей. Тысячи довольных отзывов. Десятки тысяч открытий каждый день. И это только начало. Дальше больше. Just Case. А ты уже окупился? Любители CSGO получают бонусы по ссылке в описании. Ну а как всегда, Санька у нас первый маньячок. Да, и здесь я есть в игровом автомате. Точнее, в автомате игрового. Это не игровой автомат, это чипсы тут. Да, можно, пойдем, ребята. У нас 10 секунд, чтобы убежать от маньяка. Да, пойдем, покажу кое-что. Это очень сексуальная комната, Саня, сразу тебе подсказка. Сексуальная комната. А слушай, все побежали, как будто прям знают, а? Вы прям вообще. Вы прям знаете, куда бежать, да? Короче, Сань, мы находимся в сексуальной комнате. Она такого желтого цвета, ярко-желтого цвета, да. Там нет ни одного спиннера, ни одной стрелочки. Она такая желтая, прям квадратная желтая. Да, да, именно. Так что, Сань, ты вышел там вообще, нет? Да, нет, возможно. Да, нет, возможно. Ну, нормальный ответ, в принципе, я думаю, меня устраивает. Что еще? Давайте просто призовем сейчас немножечко Санька. Вот такого вот Херакс. Кто? Ой, началось, Саня! Сань, ну это ты же открываешь, ну чё начал-то, а? Пацаны, вот Саня, нашел. Где? Вон. Где? А, ты смотри, Саню и тут, и там показывают. Вот технологии дошли, а? А интересно, курицу арбузом. No Scope Zero. Что такое, где вы? Зачем это палево же? Убей арбузы. Ты знаешь, такое должно быть. Да, камера вверх такой. Смотрите, пацаны, она из граффити вылупила. Это че, сука, за майки? Да че ты палишь-то? Подожди, ну не пали, ну че ты? Блин. Палево же. Было, да капец, вот это вот вообще палево. Так, пацаны, следите за дверью, скажите, если что, ладно? Если что, скажите. Пацаны, раскидайте курицу. Если что, орите. Теперь их три. Где три? Вы кто-то спавнит их или что это? Это респаун? Блин, респаун курицы или что? Да подожди, не могу залезть, не могу! Давайте руку подам. О, все, могу, все, нормально. Сань, мы в сексуальной комнате, подсказка. Это что такое? У тебя никогда не было трех цыпочек сразу? Только сегодня и только сейчас. Три цыпочки по цене одной. Ой, ты их убиваешь, ты убийца. Так, о, подожди, где-то... Убийца цыпочек. Где ты взялся? Подожди, откуда ты взялся? Я вот так посрался! Илья просто даже в бок не посмотрел. Вот это было смешно сейчас. Ребята, ну что, побежали, да? Побежали, 10 секунд. Главное, бежим. Бежим, не сгоняя ног. Просто бежим. Главное, бежать. А, что? Что смотреть-то? Куда смотреть? Да я хотел тебе показать нычку, но я... Я дупешился и прям во фрешу прыгнул. Пацаны, давайте я погуляю. Ты же нас не видел, да? Да, мы пока тут в кустах посидим, ты посмотри, он гуляет. Я в углу. Пацан гуляет. Подожди, он не увидит. Эй! Уходи! Так, ладно, Илья, посиди 10 секунд в этом углу. 10 секунд, посчитай до 10. Давай, можешь считать даже вслух. Раз! Раунд. Так, куда можно? Четыре.
5. Подожди, вот сюда 6, можно, нет? 7. Можно. 8. 9. Здесь. Все. Я не в канализации. Я не в канализации. Я вообще слышал звук разбитый сигна... Что? Сигнализация. Сигнализация. Канализация. Иди все. Вентиляция. Да. Вот звук такой. Так. Как Кирилл увидел такой. Так. Нашел себе друга. Так. Это как в фильме, знаешь, как с этим, с кокосом. Не надо, не надо палево. Не надо мне тут этих цыпочек. Тут камера. Кто снимал? Камера. Блок. Кто-то снимал. Блок? Блок. Нифига. Сань, давай быстрее в канализацию. Можешь заснять пока что? Давай. Так сказать, сдублирую контент. Да вот здесь, нынчка. Да, вот тут нынчка. Тихо. Тихо. Он же не найдет нас? Пацаны. А? Как там говорит? Лава? Он зади нас ворфает. Пацаны, он такой зади. Лава. Мы не сможем прыгать. Пол это лава. Пол это лава. Пол это лава. Ну, придется, блин, поджечь немножко ботинки. Курица. Кто оставляет след из курицы? А кто бы его знал, знаешь ли? Это вот сложная тема. Слушай, тут везде цыпочки, а? Так. Подожди, а тут есть что-нибудь еще? Твою мать. Ты что вентиляцию там ломаешь? Я хочу и ломаю все, что приходит. Подожди, а где-нибудь еще тут есть что-нибудь? Да что ты делаешь? Эй! Так, подожди, 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 подожди. Чё? Ты шо там? Ты шо там? Я не сделал? Я не шо, а ты шо? Так. Кирилл. А? Буду, буду уповать на его невнимательность, что? Буду уповать. Я только что хотел сказать, возьми и покрути это. Где? Где он, да, где он, понятно, где? Вау, а чё здесь дверь разрушенная? Илья, ты меня вообще не видел. Не-не-не-не-не. Вот видел, попробуй догони, смотри. Херакс, вот я вон там сейчас. Где? А вот слева. Где? Где Саня? Где Саня? Саня! Саня! Как? Ну что ж, теперь моя очередь искать. Ой, меня телепортнуло к вам. Так, ребята. У меня радар точнее, включен. Хотите, могу выключить. Что это улики? Давай выключу. Хорошо, так будет лучше. Ну, можешь выключить. Нет, я выключаю радар. А приручить можно? Так будет намного, равно. Намного интереснее. Они же за мной должны бегать, правильно? Так. Нет, это нельзя, это не Майнкрафт. Нет! Так, кто тут как приручает цыпочек, а? Кто а тут приручает? Спамните, но это... Сань, ну это нужно сексуальность, я считаю. Тебе просто нужно дойти фреш, ну как свет. Подожди, там где курочки, там фреш, да? Да. Со мной 30 отборных цыпочек. Фреш шаверма делают. Со мной 30 отборных цыпочек. Да. Ни хрена. Тебе надо, знаешь, такие рэперские клипы снимать, где ты с цыпочками такой. И такой оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну подожди, здесь вроде таких нету нычекос. Так, а что это был за смешок, скажи мне? Какой-то смешок. Вот какой-то... Эй, ваша курица там текунцовая. Смешок был какой-то. Угу. Так. Ты хорош. Я понял. Подожди. Ты где-то бегаешь. Я слышу, как вы убиваете сучек. Капец, они там рядом. У вас тут это... Подожди, а где вы? Мы ждрём. Просто чуваки в маньяке дерут цыпочек. Она была ваша 67 секунд, она прожила долго еще. Как ты приручил? На Е вообще-то там нажимается. Ой, я приручил, она остановилась, я всех приручил. Всех приручил. И теперь тут где они с тобой движутся? Так. А не, они там застрянут. Цыпочки. Ку-к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 у
Так. Так, телепорт, телепорт, телепорт. Ать. Какой телепорт? О каком ты телепорт? Подожди, а где вы? И куда ты мог уйти? Был близко ко мне. Тихо. Так близко к тебе? Да, ну теперь это далеко. Между нами города, города. Подожди, а где? Вы же тут. Ты морячка. Это реально тяжело найти. Ты чё меня так пугаешь? Я какой-то не. Ты убежал сюда. А здесь нету нычек. Ты на ноуклипе улетел? Да не улетел на ноуклипе. Да конечно, как? А куда ты мог спрятаться? Илья! Что? Я подозреваю вас в читерстве. Какого читерства?
Подозреваемый! Подозреваемый не я! Так. Не бегут ко мне, пацаны. Так. Кого-то сучки выдали. Просто. Так, минус. Загляни туда внутрь. Давай, обратно. Они сейчас на мне. Капец, я понял. Кирюха, смотри, они разбежались. Обратно, Варфач, обратно. Как? Подожди, а где Илья? Илья, ты улетел на ноуклипе? Нет, иди в вентиляцию. Да, нет, ты не можешь... Здорово! Ты не мог убежать, там нет такого. You use it, ноуклип, man. No, man. О, Сань, я уже думал, ты в дырочке. Ну все, ты уже не убежишь. Сань, сзади меня тебя нет. Я тебе отвечаю. Вот повернись. Меня. Видишь, нет меня? Ты куда? Да, тебя нет. Куда тебя перенесло? А где ты? Ага. Его цыпочки выдают. Ага. Ну слушай, без радара было реально сложно. Ну, Фреш, ты растерял всех своих самок. Они сейчас от других. Они от других сейчас начнут яйца пнести тебе. Ладно, у меня еще будут. Понятно. Финальный маньячок у нас это. 4 секунды! Вот это! Мы хотели не сюда же спрятаться. Так. Он же вышел. Мы хотели в другую дычку, на самом деле. Она, кстати, рядом была. Она была рядом. А-а-а. Рядом была нычка. Ты думаешь? Да, она рядом там, была. Там, где тебя нет. Да. Пойдем в другую нычку. Пойдем, смотри, такой раз, два. Я еще что-то слышал потом. Ты просто... Просто, знаешь, как будто какулька, как будто, сука, какулька такая вылезла, что... Так, сейчас вспышка такая, бум! И мы ничего не видели. Ребят, все, что... Вот, неважно, там, 400-600 тысяч человек, которые сейчас это видели, они это не видели. Нет, ребята, это вам показалось. Когда тебе просто... Когда тебе просто впадло, знаешь, вылазить оттуда, просто пролетаешь сквозь стену. Понятно. Это знаешь, как... Ой, все, я здесь. Самый прикол, что Фрэш даже не догадывается, в чем я дело. Я даже не понимаю, где он вообще. Самый прикол был просто... Вот реально, ну да, да, я... Так, Сань, ты тут кровяку не пускай. Вы меня слышите, пацаны? А то он по красной луне нас найдет. Да. Дро! Ку-ку. Мы тебя, кстати... О, нифига, это было близко. Знаешь, вы где-то тут. Это, кстати, я слышал тебя. Прям там, я смотрю на него. Я смотрю на него, а вот меня не видит. Саня, одинаковая. Да, я вылезаю? Нет, ты не вылезаешь, нет. Как-то не кажется, что у нас стена сзади слишком красная. Да, знаешь, мне кажется, эту стену он не видит хотя бы. Так, ладно, подойди к красной комнате, где мы прятались, помнишь? Вот мы не наверху. Мы не в красной комнате. Еще дверь не забыл за собой закрыть. Да, дверь закрыть. В смысле? Я кто-то убежал, я видел. Кто-то убежал. Мне-то цыпочки не выдают, как тебе. Так, подожди, куда же можно, а? Куда? А куда можно? Иди на зов цыпочек. Ну-ну. Иди на зов красной комнаты. Зов красной комнаты. Да. Красная комната, большая красная комната. Но не там, где мы прятались. Ты увидишь там стикер. Чуть дальше стикера, главное, проходи. Фреш, не тут. Серьезно. Большая красная комната. Они не шутят. Мы дальше. Еще есть большая красная комната. Вот это? Я знаю, что я сделаю. Нет. Так, а там тупик. Эх, херакс! Херакс! Фреш, стой! Фреш! А что, он меня потерял, да? А где?
Походу. В смысле? Ты прибежал, его там нет? Фрэш-телепорт. Я не понял, где он? Фрэш-телепорт какой-то зашел, пацаны. В смысле в телепорт? Он в гараже, он в гараже, слышишь? В смысле в гараже? Фрэш. Он сейчас в вентиляции. Фрэш. Как? Вентиляция, пацаны. В смысле? Я подсрался! Сука! Байт на байт просто! Суки! Обманули! Я реально посрался! Ай-яй-яй-яй-яй! Надеюсь, вам понравился такой угарный маньячок с такой прикольной картой. Нам реально было сегодня весело. Не забывайте подписываться на все наши каналчики. Все нужные для вас ссылочки находятся в описании. Ссылочка на карту также будет находиться в описании, если вы захотите поиграть с друзьями. Ну что ж, сегодня с вами были Варпач, Алекс Фокс, Exile и Фрэш. Всем удачки и всем пока! Кусики, чуваки! Пока-пока, ребята! Всем пока! Всем добра и позитива! Yeah.